представляется директору футбольного клуба «Енисей» Денису Анатольевичу Рубцову. Главная задача этого футбольного турнира – это новогоднее настроение, общение прежде всего, потому что футбол, вы сами знаете, это прежде всего общение. Читать умеешь? Молодец. Читай, что тут написано. Азерали. ФК фанат. Давай, доставай. Еще раз всех наступающим Новым годом. И спасибо, что вы болеете за нас, как мы любим Енисей. Спасибо. Друзья, я попрошу всех расходиться для командного фотографии. Всем привет, это Енисей ТВ. Сегодня мы снимаем сюжет о том, как футболисты со своими болельщиками играют новогодний турнир в нашем манеже. When we up in the spot, the shit be flooded with holes. My city can make it happen, take it, come out the clothes. That's when you get it, mommy already know it's a pro. Shorty ballin' and shorty open, she piecing it out. Put it rockin', put your feet back and I'm freaking it out. You know, watch it tryin' to touch it, I was peeping it out. She turned around and was tryin' to put my dick in the mouth. I gotta touch it, bring it, babe. Watch it, burn it, leave it, stop, I'm at it. Touch it, bring it, babe. Watch it, burn it, leave it. Там Азер везде солирует, допустим, Азер. Ну, то есть, на самом деле, очень интересно, то, что ребята усилили. И вот ребятишек молодых тоже, Макс Васильев, он как будто там и родился в этой команде. Бело-красный, самый классный! Накрывай! Хорош! Чтобы все в дружелюбной атмосфере повстречались, пообщались, поиграли в футбол, потому что сыграть в таком прекрасном манеже, как и игрокам с болельщиками, так и болельщикам с игроками, это очень здорово. Первый раз в жизни вышел под эту музыку Лиги чемпионов, у меня мурашками тело покрылось. Все круто, все классно, спасибо, я иду. Ну что, мы собрались в такой компании, что играем в декабре в теплом помещении, это круто. В отпуске мы отдыхаем, мы встречаемся с нашим коллективом, мы поддерживаем дружеские отношения, это нам помогает сплотиться на секторе, ну и качественно шизить. Фанаты! Фанаты! Оле, оле, оле! Фанаты! Фанаты! Оле, оле, оле! Если матч за третье место удалось обойтись без пенальти, то за первое место приходится их бить. Для нас, как для футболистов, польза в отпуске какую-то практику легкую получить. И заметно, как болельщики рады этому и турниру, и что с футболистами не пообщались и поиграли в нашем манеже замечательно. Команда рада за победу с первым местом. Команда. Go, 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 go.